Корсун «Перекресток веков». В прошлом году проект вошел в число победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому центральную часть районного центра благоустроят и придадут ей особый дореволюционный шарм. С проектом ознакомился Павел Игнатьев. Историческую справедливость восстановят прямо здесь, в самом центре Корсуна. Тут воссоздадут знаменитую симбирскую засечную черту. Начнется она у здания администрации, закончится у торговых рядов. Строители ломали голову. Как сделать так, чтобы стрелки часов, застывшие на циферблате, побежали с прежней скоростью? Забор в историческом центре изготовят под старину с применением новейших технологий. Такого нигде нет. То есть он полностью эксклюзивный. Вот, то есть, соответственно, на информационных табличках будет указана полностью история и Ульяновской области, и плюс там история самого Корсуна, да, то есть с привязкой к датам. Основные исторические вехи Корсуна связаны с базарной площадью. Каменные торговые ряды царским указом заложили еще несколько веков назад. В едином архитектурном ансамбле с ними главная достопримечательность района – здание гостиного двора. Здесь очень красивые здания, то есть сам собор кафедральный, крестовоздвиженский, здание гостиного двора, здание присутственных мест архитектора Андриана Захарова. То есть вот историческая часть, она была такая ярко выражена. И я думаю, когда пройдет вот этот проект, с проектом мы знакомились, когда он будет осуществлен, частичка старины возродится в новом совершенном виде. По новому проекту две знаменитые площади, базарную и соборную, объединят. Концептуальное решение – дань славному прошлому. Раньше центр выглядел именно так. Сейчас здесь вовсю кипит работа. Вырыты траншеи под освещение, подведены основные коммуникации. Дальше будет установка фонарей, установка плит, укладка плитки тротуарной. И уже парк будет превращаться в то красивое место отдыха, которое мы планируем. В планах новая сцена и подарок для всех местных жителей – смотровая вышка. С нее откроется вид на живописный пейзаж. Корсун на перекрестке веков двигается только вперед и пишет новую историю. Павел Игнатьев, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, Корсун.